Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алена. У меня будет небольшой обзор по поводу гепатитов. Гепатита С именно. Так как у меня был гепатит С, я его пролечила полгода, пила эти препараты Сафосбувир и Доклатосфир. Пропила, состояние лучше стало у меня. У меня был страшный зуд. Ночью не спала, были головокружения, кровотечения носовые. Короче, там труба, короче, была полной. И сейчас, да, на данный момент у меня цирроз четвертой стадии. Я просто, как не просто, а не вовремя пролечила гепатит С, и он поразил у меня печень на 66%. У меня поражение сейчас. Пропила таблетки, вот эти вот индийские. Я говорю, если бы раньше я их пропила, ну, был бы, цирроз был, но когда нету осыта, жидкость, это много значит, что, ну, люди живут с циррозом, но когда уже идет необратимые процессы, когда уже варикоз пищевода вторая стадия и кучу осложнений, которые он дает, и поджелудочная, и селезенка дают осложнения. На поджелудочную, там тоже на поджелудочной какая-то киста появилась, образование. Посыпались у меня зубы. Сделали мне короче, повырывала зубы, у меня остались только передние. Жевать нечем. Еще один остался. Это очень для меня сложно, вырывание зубов. Наверное, все боятся стоматологов. Ходить в стоматологу. Кто б... Только не это, только не ходить к стоматологу. Особенно, когда укол делают в десну. Ну, все мы через это проходим к стоматологу. Не без этого. Завтра я поеду, мне нужно поехать. То есть я приехала сюда к своим деткам, к сыну, невестке и две внучки. Это термоядерные внучки. Поеду в областную, буду проходить СКТ с проявляющим веществом. Короче, буду рассказывать все по порядку. У меня такая кипа бумаг, ё-моё. Папка, которая у меня на 150, нет, на 100 листов, и в каждом файле там столько этих бумажек. Одну папку я полную сдала трансплантологу. Сдала. Стою в листе ожидания на пересадку печени. В голове, короче, каша. Ну, не унываю. Стараюсь держаться. У меня еще две внучки, которые термоядерные, которых я обожаю. Это что-то с чем-то. Они, говорю, и дерутся. Но меньшая вот эта внучка обижает старшую. Это ядерная война. Еще тот энерджайзер.
который не дает промаху. Занимайся иногда ногтями, знакомым там. Вот. Себе сделала, заколбасила ноготочки. Такие красивенькие. Вчера бровки пощипала. Надо же соответствовать городу. Из деревни приехала. Так что сейчас я в Ростове. А так я живу. Мы живем под Ростовом. 150 километров, наверное. Что-то я не вдавалась в это. Называется хутор Первомайский. Мало кто знает такой. Ну, Целинский район. Ну, короче, направление взяла в Целине. И теперь это. Я записывалась на СКТ. Теперь завтра поеду в областную проходить именно СКТ. Что покажет СКТ? Хотя мне писали и МРТ тоже пройти. Такие дела. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду рада. Всем пока-пока.